Областной центр творчества детей и юношества вновь радует своих гостей выставкой творческих работ талантливой молодежи. «Звездам навстречу» под таким названием состоялся конкурс, который собрал работы более 200 школьников области. Посвящен он Дню космонавтики. Здесь и изобразительное искусство, и декоративно-прикладное творчество. В номинации «Космические дали» представлено 129 работ. В номинации «Открывая космос» 76 творений. Погружающие в мир космоса рисунки, композиции со своей историей, работы с подсветками и даже робототехника. Школьники 11-16 лет доказали, у творчества нет границ. Всего определили 104 победителя. Жюри было непросто выбрать из 205 работ самые лучшие. Одной из таковых оказалась работа учащейся средней школы номер 10 имени Крупской Миланы Кременской. Рисунок «Дыхание космоса» занял первое место. Работала я где-то, наверное, полторы недели над этим, если даже не две. Там я решила показать Гагарина. Конечно же, это первый космонавт СССР. И не нарисовать его, это будет как-то постыдно. Дальше я решила изобразить неизведанность. Космос все-таки остается неизвестностью для нас. Именно поэтому такие размытые, непонятные формы, загадочность, удивление в глазах и мимики Гагарина самого. Хотелось бы прежде всего привлечь ребят к истории Дню космонавтики, привлечь их к тому, чтобы они творчески поработали, замыслу интересному. Но будете ходить, когда по выставке, вы увидите, что изобретательность наших детей на высоте. Очень много техник было показано, даже в рисунках, ну и, естественно, в поделках.